написал сын. Ух ты, как много-то. Отец, прости меня, угрызение совести, сожалею о содеянном. Лучше бы он подумал до, а не после. Не пришлось бы локти кусать, так? Ну да. Хорошо бы отнести это его отцу, в хранилище. Что-то есть. Мимир, я видел гробницу с изображением великанши с множеством книг и видений. А, это охранительница знаний Гроа. Давай я тебе попозже расскажу. Вы, случайно, не нашли камень? Нашли мы твой камень. О,
чудесно! Необычные пятна. Им одному разбойнику башку раскололи. О, чудесно. А это вам за труды. Скорее бы испытать новый камень. Вид у него не очень, но он так и пульсирует магией. Я остался без камня, когда его у меня одолжил брат. Он на него плюнул. Для смазки! Сказал он. Я не стал. Просить его не забыл. От меня можно не убегать. Thank you.
Я ведь начал одну историю. Так вот, о хранительнице знаний Гроа. Она была сильной чародейкой, собравшей все книги с тайными знаниями в надежде достичь такой мудрости, чтобы найти своего пропавшего мужа Аурвандиля. Но муж не явился ей в видениях. Вместо этого Гроа, которой никогда не было равных в даре предсказания грядущего, увидела Рагнарёк. Конец и начало всего. Когда об этом пророчестве услышал Один, он решил заполучить знания Гроа в своих корыстных целях. Один часто пользовался услугами Гроа, и та встретила его в своей библиотеке как доброго друга. Провидица не знала, что именно Один стоял за исчезновением ее мужа. Он использовал чары, чтобы скрыть его гибель от рук Тора. С улыбкой завистливый Один схватил ее за горло и забрал у Гроа не только библиотеку, но и жизнь. Я знал, что Один плохой. Но чтоб настолько? Подлость, варварство, жестокость. Да, это все Один. Предлагаю посидеть пару минут в тишине и поразмышлять о его чудовищной злобе. И вот. Подумай еще. Что с ним случилось? Не знаю, парень. Город опустел задолго до того, как сюда явился Йормунганд. Интересно, каково было здесь жить? Можно высадиться. Куда же мы теперь пойдем? Синдри, ты знаком с миром? Если ты об оторванной голове, которая мне подмигивает, держи ее подальше. Это не гигиенично. Ах, как это мило. Я тоже рад тебя видеть. Урод. О, неужели ты украсил колчан моей стрелой, сплетенной из амелы? На память о добром друге, Синдри. Я так тронут. Эй, вы слышали? Магний, один из асов, сын Тора, мертв! Это не слухи!
Теперь Моди по всему Мидгарду ищет убийцу. Говорит, когда найдет его, то... Ой, небось вы его и убили. Нам, наверное, стоит говорить потише. А лучше вообще молчать. Это хорошая мысль. Ты стал лучше. Что вы снова здесь ищете? Мы нашли твоего сына. И его тоже предали. А еще нам попался его дневник. Твой сын жалел о том, что убил тебя. Ха, и зачем бы мне это? Как он умер? Погиб в бою? Рядом с ним были 4 обезглавленных трупа. Ха, меч Вандрида всегда был остро заточен. Этому он научился у меня. Он подлый ублюдок, но мне легче от мысли, что сейчас он в Вальхалле. Спасибо. Мы помогли ему. Я рад, что мы вернулись. Этот вор недостоин душевного покоя. Ну и пусть. Все равно помогать другим очень приятно. Даже мертвым. Ты весь...
только приглянулась. Заходите, если что понадобится. Пока. Ну, если что-то будет нужно, я тут. Вопрос. Если Эмир был первым великаном, откуда он взялся? Вначале был Генунгатан, великая пустота. Миров еще не было, только первозданные силы. Был огонь и был лед. И встретились они в пустоте и образовали... Воду? Не просто воду, а живую кровь для чего-то совершенно нового. Из этой воды возник и мир, воплощение созидания и хаоса, мать и отец всего, что родилось после. Даже асов? Да, всякий бог, человек и зверь вышли из плоти и мира. Однако из всех именно асы считали, что они выше остальных существ и вправе повелевать ими. Именно Один поднял руку на своего создателя и пролил животворящую кровь и мира. Он сказал, что так было нужно, чтобы навести порядок. Из разорванного тела Эмира Один скроил Мидгард на свой вкус. Себя он назвал всеотцом, будто он сам был творцом, а не убийцей творца. Мелкий, завистливый тиран. Эмир? Ой, прости, парень. Я думаю, нам лучше... закруглиться на этом месте. Причалим здесь?
что-то внизу. Его матросы? Мощная команда. И он нес за них ответственность. Мощная ответственность. Тебя это пугает? Нет, вроде нет. То есть, раньше, наверное, пугало, но теперь уже нет. Почему? Ну, я тут, с тобой. В общем, я почувствовал себя взрослым. Голова, сколько в тебе историй? Когда же ты расскажешь интересную? Прошу прощения. Он тебя оскорбил. Да, понял. Хотите поразительную историю? Тогда, братцы, я расскажу вам о забияке Грунгнире. Всю правду, не байки всякие. Ужасная битва, да? На алтаре было, как он сражается с асами. Хорошая история, но нет. Грунгнир родился и без головы, и без сердца, поэтому великаны сделали их ему искам. Он был силен, это да? Но простофиля ужасный. В другой раз продолжим.
А правда? Почему у одного капитана так много людей? Они были ему верны и шли за ним. И все погибли. Только он, капитан. Почему ты так думаешь? Он привел команду к смерти. Да, но они сами пошли за ним. Даже хороший капитан может ошибиться. Каждый сам несет за себя ответственность. Помни это. Сын. Ладно. Так, запишу это в дневник. Просто отлично! Отец, это интересно.
Сильные враги. Светильники Тюра. Символ света, который связывает вместе все миры. Зачем ему эти странные руны? Если подумать, то незачем. Смотри, еще жаровня. И ты хочешь зажечь ее? Можно? Сын. Ладно. Квекия. Скейт.
Осторожно, сзади! Невероятно! Вы оба живы? Еще дух! Да, еще дух. Привет! На этом острове можно встретить только мертвых или оскверненных существ. Как это? Запустение, дитя. С каждой зимой оно становится все сильнее. Ты знаешь причину? Точно не знаю, но похоже, что прибытие мирового змея, а затем великий потоп. Многие утонули, я в их числе. Вскоре появились ходячие мертвецы. Мы можем тебе помочь? Сын. Мне просто хотелось с кем-то поговорить. И это желание ты исполнил. Спасибо.
Ну. Жаровня. Как хочешь. Сын. Слушаюсь. Квейкья. Тебе надо поблагодарить вас. Жнецы утопили меня много лет назад, и мне хотелось, чтобы они получили по заслугам. Ты погиб после наводнения? Да, я пришел на озеро, чтобы ограбить храм Тюра, но я недооценил силу запустения. А других живых ты тут видел? Бородатого с татуировками? Только тот, кто передо мной. Спасибо за то, что отомстили за меня. Бестолку. Ну, не могут же они все знать что-то полезное.